Неподалеку от поселка Тополево перевернулась малолитражная машина, которую управляла 30-летняя автомобилистка. Toyota Starlet вылетела за пределы дороги после судорожного маневра, который пришлось предпринять сидевший за рулем. Женщина потеряла контроль над иномаркой во время разъезда с встречным автомобилем, шофер которого выехал на встречную часть дороги. Столкновение между машинами не произошло, лихач помчался дальше. А вот Starlet, утративший сцепление с асфальтом, ушел в занос и нырнул в кювет, перевернувшись через крышу. Первую помощь пострадавшему оказали очевидцы ДТП, водители, которые остановились, увидев опрокидывание. Машина ехала в сторону Комсомольска, а навстречу красная машина вроде плаца обгоняла трактор. Ну и выехала на встречную сторону, на встречную полосу. Соответственно, эта машина уходила от столкновения, и вот такой результат. Кто-то пострадал? Девушка. У нее сотрясение мозга, увезли в больницу. В стационаре пациентку задерживать не стали. Автомобилистка вернулась на место ДТП с перебинтованной головой. Сидевшая за рулем Starlet'а показала автоинспекторам запись регистратора, которая зафиксировала машину, из-за которой она разбила свою. Это была красная Toyota Plus, шофер которой обгонял экскаватор, ехавший по обочине. Водитель держал интервал с большим запасом и на полкорпуса выехал на встречную часть дороги, что повлекло инстинктивную реакцию со стороны автолюбительницы. Камера зафиксировала начало заноса, который закончился опрокидыванием машины. Бесконтактное ДТП было оформлено как авария с пострадавшим. Отыскать напугавшего автомобилистку шофера будет не так сложно. Плацев такого редкого цвета не так уж много. С места происшествия Виталина Кондрахина, Ольга Кошелева и Леонид Булдыгеров.